всего для того, чтобы больше никогда к ним не возвращаться и не выигрывать. Вот. Если есть такая потребность самовыразиться, то почему бы и нет? Это даже не ради того, чтобы утверждать и говорить всем, смотрите, ну, как много я достиг на этом поприще. Нет, просто была некая потребность. По большей части такой азарт и интерес. Именно свойственно моему характеру сделать это по максимуму, чтобы больше никогда к этому не возвращаться. По сути, вся наша жизнь – это дорога. И эту дорогу мы должны пройти. Я не могу жить без этих поездок, потому что это часть моей жизни. Прежде всего, я приобретаю опыт жизни, и тут же возникает необходимость поделиться этим опытом с окружающими. Люди в зале и исполнитель на сцене представляют собой одно большое существо, которое нуждается в музыке. И я пользуюсь этими воспоминаниями всю свою жизнь. Ну, прежде всего, давайте обратимся к христианскому писанию. Говорят, что первое было слово, да? Вот если мы внимательно прочтем Библию, первое было слово. Некоторые источники утверждают, что в правильном переводе первое все-таки было не слово, а звук. Вот, собственно, это и есть расшифровка, на мой взгляд. Если первый был звук, то при рождении Вселенной, то происхождение звука, происхождение музыки, оно божественно. А если это происхождение божественно, то оно естественным образом, быстрее всего, усваивается в нашем подсознании. Я считаю, что тот самый универсальный язык, который был когда-то до падения Вавилонской башни, это музыка. То есть это первичная материя, по сути, на которой можно разговаривать, в принципе, любой нации. Когда я не могу рассказать словом, что-то выразить, я говорю на языке музыки. Конечно же, я молюсь по-своему. Я православный человек, крещенный. Но очень часто, когда нет храма, например, православного, очень часто я молился в буддийских храмах, иногда в католических костелах. И для меня очень важно найти то место. Помолиться можно и даже на улице, даже в лесу. И, кстати говоря, это замечательно. Именно там и помолиться, там, где сама природа является храмом. И я смотрю на людей других религий, других конфессий. По сути, мы ничем не отличаемся. Я считаю, что настанет такое время на Земле, когда, в принципе, все религии и церкви объединятся в одну. Ведь, по сути, все они говорят об одном и том же. Я разговаривал с японцем после своего выступления в Токио. Я играл 4-й концерт Бетховена с токийским симфоническим оркестром. И японец, если я спросил его впечатление, что вы думаете об этой музыке? И он сказал удивительную вещь. После этого я и сам так стал думать. Вот он сказал, для меня 4-й концерт Бетховена – это как сад камней. Что же такое, подумал, причем есть сад камней. Казалось бы, Бетховен,
писал немножко, наверное, о другом. Он, наверное, не знал о японской культуре, по сути. Наверняка Бетховен никогда не был в Японии, я так подозреваю. Но когда я позже узнал, что именно четвертый концерт Бетховена связан прежде всего с Гомером, с Илиадой, с каким-то ощущением возвращения на родину, с перебиранием теплых воспоминаний. Я вспомнил слова этого японца, да, именно сад камней, в котором каждый камень – это какое-то глубокое, серьезное воспоминание. Вот, казалось бы, две культуры, два разных человека, один японец, другой немец, но они смогли понять друг друга через музыку. Я надеюсь, что когда-нибудь все религии, они объединятся в одном храме, возможно, музыка этому поспособствует. И мы все придем в этот храм и будем думать, в общем-то, об одном и том же. Возможно, меня не будет в живых, но это обязательно произойдет. На самом деле я очень рад, что такие художники с самобытной индивидуальностью, как Метнер, Римский-Корсаков, Глазунов, в свое время сочиняли такие произведения, которые в принципе не могут попасть под клише в разряд популярной классики. То есть нам всем известны произведения: первый концерт Чайковского, второй концерт Рахманинова. Это произведения, которые не сходят с концертных площадок. Но каждая музыка бывает под разное состояние души. Если взять, опять же, концерты Метнера, вообще музыку Метнера, каким образом можно было бы ее наделить и состояние? Это как кристалл, который, вот есть кристаллы наружу, да, они яркие, они привлекают внимание, а есть кристалл вовнутрь. То есть кристалл, который прекрасен изнутри. И чтобы увидеть его, надо прикоснуться, раскрыть. Вот таким является для меня тот же самый третий концерт Метнера, второй концерт Глазунова или довольно редко исполняемый концерт Римского-Корсакова. Я считаю, что не всю музыку можно делать популярной, во-первых, классическую. А во-вторых, классическая музыка должна быть доступна прежде всего. То есть для тех людей, которые хотят ее слушать, они могут пойти, например, на выступление своего любимого артиста и не платить за это 7, 10, 30 тысяч рублей. То есть классическая музыка должна быть доступна. Я люблю качественную музыку, конечно же, я слушаю, но в свое время я увлекался Фредди Меркури, Квин. Также мне, в принципе, нравятся разные такие нестандартные направления. Ну, в частности, Radiohead, например, потрясающие, совершенно уникальные, талантливые ребята. Depeche Mode, кто в свое время не болел этой группой, да. Очень много нравится не классических исполнителей, как в жанре поп-рок, так и джаз. Существует такое понятие, как вообще толерантная педагогика, когда профессор не имеет права навязывать не то, что свое мнение,
даже количество часов, которые должен приложить юный музыкант. Я считаю, что это, конечно же, ни к чему хорошему не приведет. Если мы обратимся к истории, к, например, к классу великого профессора Зверева. Он звали Зверев, очень такой, видно, что человек беспощадный, да, был. Вот. Он закрывал просто Сергея Васильевича Рахманинова, да, например. И потом, не только Рахманинов, очень много серьезных музыкантов. Закрывал в комнате на 7-8 часов. А, конечно же, заставлять, опять же, 8 часов, если человек не любит то, чем занимается, в этом случае, я считаю, это бесполезно. Ну, разумеется. Зверев, конечно, обладал потрясающей интуицией, и он закрывал в комнате именно того, кто должен был, по сути, стать, ну, гением. Это бесполезно, да, навязывать свои музыкальные, философские образы кому-либо, если они не будут поняты. А, в принципе, они могут быть не поняты никогда. То есть, каждому свое. Талантливого человека поместить в такие условия, чтобы, то есть, дать почву, чтобы он смог реализовать свой талант. То есть, если начинающий музыкант хочет играть в зале, то надо организовать фестиваль, надо дать ему возможность выступить, побывать на той самой сцене, на которой может быть взрослый музыкант. И посмотреть, что будет дальше. Вот если действительно талантливый человек, то это его, конечно, разожжет в нем интерес. И он уже с другими глазами после выступления там или в другом месте будет возвращаться домой и по-другому работать. Я считаю, что детям, которые нуждаются в этом, нужно дать такую возможность. Физическая лень – это ничто. Прежде всего, меня беспокоит вопрос мозговой лени. Такое понятие мне знакомо. Оно знакомо было очень многим выдающимся людям, они писали об этом. Это когда ты понимаешь, что можешь больше сделать, но довольствуешься тем, что есть. Вот это понятие мозговой лени, оно, конечно, убийственно. И она очень может сильно навредить карьере. Но что такое само понятие лень? Когда тебе не хочется что-то делать, ну рано или поздно ты пойдешь и сделаешь это. Главное знать, что вот этот момент, когда ты не понимаешь, а что тебе делать, вот это есть элемент мозговой лени. То есть прежде всего ты должен поработать над собой и понять, именно головой понять, что ты хочешь достичь, ради чего это все вокруг тебя происходит. Вот этот вид лени мне всегда казался наиболее страшным. Кстати говоря, современному поколению молодежь очень много, я очень много преподаю, в том числе. Первый вопрос, что ты хочешь делать, их вводит в ступор. Очень многие люди вот родившиеся в 2000-х годах, они не знают, что они хотят от жизни. Вот это самый типичный пример прогрессирующей мозговой линии. Первый главный результат. Дети, которые вернулись с фестиваля, все горят, все занимаются, у них другая жизнь. Они начинают потихоньку концертировать. В том числе мы им помогаем. Уже в этом году мы начинаем организовывать гастроли и за рубежом, в частности в Германии. В 2021 году я также планирую создать филиал нашего фестиваля Grand Piano Palace в городе Токио. Уже есть договоренности с инвесторами, с организаторами там на месте в Токио. То есть фестиваль разрастается. Пожалуй, не стоит заниматься самолюбованием, несмотря на то, что все социальные сети к этому буквально призывают. То есть стал
музыкант пошел в ванну, пошел на обед, и он это все должен запечатлеть какими-то постами, фотографиями. Я думаю, что не стоит этим заниматься действительно музыкантом, который хочет быть философом, который хочет нести истину, правду своему слушателю. То есть это уже наносное, то есть некий элемент фальши в самолюбовании. Прежде всего, надо задаваться вопросом, для чего я занимаюсь этим делом, что я хочу сказать своим искусством, а нужно ли кому-нибудь вообще мое искусство.